Давай, пробивайся. А тут вот так сбрасываться-то. Что, я недельку не заходил. На работе был. Недельку не заходил уже. Поэтому... Извиняюсь, что так выходит. Спонсор показывает чешский гранат. Давай. У меня там скоро босс появится, который этого накачают. Разлини. Еще уроки делать. Кто же знал, что в таком возрасте тебе придется делать уроки? Угу. Точно. А я же недалеко был. Давай. Он только один раз бьет. Станция наблюдения Анклава. Его вмешательство нужно остановить. Мы слежим его оружием, способным его убить. Когда расправимся с Халком, мы можем применить оружие на других. Так у них оружие получается. Да тихо ты. Bring turrets 2 and 3 online. Attention hostile forces. This is the US Army. Surrender. Это не совсем понимаю. Direct turrets 3 and 4 against army targets. We're under attack. Return fire. Add more power to the turrets. На. Activate turrets 4, 5 and 6. Closing on the target. Так. Подожди, где-то он там. Someone help! За поворотом. Спокойно. На. Так. Хотел сделать. It's too fast for our tracking. Go to maximum power. Вот так.
We're down to one gun. Focus attacks on the Hulk. На, блин. Да давай. Да вы чё, падлы? Да тихо вы, я застрял. О. Где-то тут. Давай. Вау. Подожди. Фу, чуть не помер нахрен. Она где-то здесь, но надо на целом здании искать, я так понимаю. Ну-ка давай-ка отойдем. Раз перекрест. Два перекрест. Три перекрест. Где-то вот здесь. Слышу, но мало, да? Ладно. Давай туда сбегаем. Вот так вот. Нет, здание не восстановилось. Ну и ладно. Блин, хотел там это к жизни подобрать. Давай. Вышел на геосинхроническую орбиту над Манхэттеном. Наш спутник Халк будет первой из многочисленных жертв. Дайте ему почувствовать гнев небес над головой.
Да. Гнев небес. Сейчас чешский гранат кончится, будет темная немецкая. Поехали. Так, я должен куда-то убежать, что ли? Head to the control center. As long as it's still firing, I can help you find it. Ой. А, твою мать! Ни хрена. Подождите, у меня там... Уничтожьте спутниковую тарелку. Понятно. Track the control center when the satellite fires. Каждый знак содержит сувенир. Собирай сувениры для того, чтобы открыть картинку знака в разделе особый. Сможешь найти все знаки. The satellite can still track you as you scale the building. Move sideways to avoid the blasts. That dish is linked to the satellite. Destroy it. Опа. Control building must have recalled the satellite. Контрольная, что, позволить анклаву вернуть их? Не позволю. Кстати, вот этот памятник, я думаю, надо разрушить. В нем медалька, мне кажется, так. Почти добрались. Давай. Блин, хотел поиграть с Мир Шпионом, реально хорошая игра, но она, блин, глючит на Windows 10. Надо на семерке. Почему я не могу по ней-то прямо бить? Стой, 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 стой. Подождите.
сейчас я вам люлей надаю. Подожди. На. Подожди. Вроде пробил. Все? Тут. Так, для начала мы... Давайте возьмем... Это. А теперь разрушим здание. Потому что я думаю, здесь медалька лежит. Есть медалька? Нету медальки, ну ладно. Идем к миссии. Что ты у меня туда-то берешь? Я вроде тебя туда не направляю, а ты туда. На. Забери данные Брюса. Следите за знаменитыми пейзажами прекрасного чего-то там. Читайте, есть ли способ заглянуть на твои исходные данные исследования? Мне нужно больше информации, но я был бессилен. Что если мы хоть чуть-чуть промахнемся? Если вы чуть-чуть промахнетесь, мне хана. Возможно, в университете. Промахнемся. Переодеваемся! Как ты пойдешь? Там переодевайся. Давайте смотреть, что у нас там с университетом. Брюс? Брюс, ты в порядке? Бальзам для тела, господи. Мне нужны данные старого изучения. Ты здесь не пройдешь, мой отец все изъял. Он уничтожил наши компьютеры. Но я добился... Я добралась прежде, чем сделать. Надеюсь, однажды нам это пригодится. Бетти, не знаю, что сказать. Ничего не говори. Пойдем. Снайпер, он у меня один. Скажи лишь слово. Это что, Хитман? Что? Иди домой. Держи меня как можно дальше. Сейчас же. Незаметно танки, да, с вертолетами подкрались. Невидимки, мать его. Пусти его. Папа, папа. В комнату. Давай, на пяльцах иди вышивай. Читать фельцию учи. Кто там? Сейчас. Брюс охренеет. А, кстати, что я вам скажу? Я ни одного фильма Халка от начала до конца не видел, честно скажу. Играть играл, видеть не видел. Call up reinforcements.
Так, событие выполнено, что-то там. На. Надо посмотреть, кстати, что у меня за задание. Сомневаюсь, что мне их надо бить. 5 баз армии. Ой, машинки. He's attacking the deployment points. Давай. Keep him away from the deployment center. We need those to get reinforced. Nah. Да они сами без меня справляются неплохо. Я-то им зачем? He's attacking the deployment points. Последнее осталось. Смотрите, а? Учитывая то, что они по мне стреляли, сейчас даже нисколько не повредили. Я охреневаю, говно стреляю. Блин, эта крыша какая-то дебильная. На. Да, конечно. Don't let them destroy the strategic deployment centers. Идем туда. И танки нам не помеха. Давай. А ты давай учи. Ну, мне не надо то, что ты знаешь, мне надо, чтобы ты читала сейчас. Чтобы я видел, что ты читаешь. Понятно? Бас уничтожена. На. На. Я, кстати, мощнее стал, я даже заметил. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой-ой-ой. А чё мне его надо? Watch out! Осторожно!
Он же в монстра потом превратится. О, так это читерство, вот так вот можно его пинать. Ему опять машины что ли дали? Вылечимся. Или летите снова навтыкаем. Вот так, ну так-то вроде легко было. Слушай, в дверях принеси мне бутылочку. Да, в дверях, в холодильнике. Конечно. Вот такой я герой. Еще дочку твою спас. А ты меня не любишь, падла такая. Это. Вот это самое. Спасибо большое. Ты самый дружелюбный слон. Да, кушай. Можешь себе чаю налить, можешь себе еще чего-нибудь налить. Можешь мой чай взять. Кушай пончики. Я пончики сделал, творожные. Вкусные. Вот, дочь наслаждается. Самой чай? Хорошо. Ладно. Давайте. Это у нас немецкая темная. Это у нас такой квас. А вот чуть туда. Синди. Конечно. У меня там кот. У них любовь. Кот любит дочь, дочь любит кота. Вот так что у них. А иногда вы и уроки вместе делаете. Ой. А это уже как квас. Это что за монетка? Я за ней догнаться должен или что?
Твою мать, это просто мини-игра. Подождите, вот что-то вверху. И что такое? Давайте посмотрим. Обложка. Блонский сломан. О, ладно. Так. Я вот не знаю, мы по идее как, в Нью-Йорке или нет. Если в Нью-Йорке, я помню, там должен быть такой бык с орехами. И Марлин Монро с платьем. Вот, кстати, да, это вот действительно такие вот статуи. Я бы посмотрел. Но они сами по себе, архитектура красивая сделана. Что-то вижу. Так. Что-то я здесь сложил, да? То не. А что тут видно? Вот, вот это, что-то, что такое? Вон. Если мини-игра, то нахрен надо. Назад? Давай. Подожди. Вот так. Все, взял. Я уж даже не знаю, у меня, блин, всякие там комбинации, надо смотреть. Первые разы, когда я играл, я старался все эти сделать, чтобы открыть. Но потом я понял, что это собираловка нахрен не нужна. Ну просто когда у тебя маломощный компьютер, а вот этот Халк считался на тот момент продвинутым, хотя не знаю почему, но многие считают, что этот Халк говно полное. Мне он по крайней мере нравится. Вот. Что другие Халки, которые выходили до этого, считались как бы лучшие. Ну не знаю, мне вот этот Халк понравился. В свое время он, кстати, для слабых компьютеров он очень даже хорош. А слабый компьютер у меня у дочери. Ну как слабый? 10-го года выпуска. На тот момент он был мощный. Брюс, это Бетти. Нужна услуга. Без проблем. Защитите генерала босса. Росса. Извини, не могу. Yeah.
Так. Got him on the run, man. Banner is a target of opportunity. Don't hesitate to take him down. Давай. Пока справляюсь. Стой, где? Арка. Медальки нет? Медальки нет. Так, защити генерала Росса. Почему вы по мне стреляете? Это падлы. Вас вот эти вот утырки уничтожают, а вы по мне стреляете. Ну надо, когда целый, да, искать? Сейчас, естественно, я ничего не найду. Так, что здесь? Мне нужна его помощь. Вот что я вам плохого сделал?
насрать не сказал. Кольцо. Подождите. Ой, я даже не знаю, честное слово. Я, мне кажется, не там появился тогда даже. И еще одно кольцо. Тихо. О, сейчас мы ему релей навешаем, подождите. Мы попробуем его захреначить. Так, ты читай, я тебе сказал. Вкусный пончик. Ну, у тебя целая куча пончиков. Для тебя солнце попёк. Вижу. Выше не лезет, падла. На. Вообще насрать. На штурмовую группу анклава. Брюс, три бронированных юнита. Так, вам нужна эта броня. Ага, понятно. Вы хотите, чтобы я кого-то разобрал? Извините, у меня немецкая. Темное в приоритете было. Я сейчас какой-то вот аниме смотрю. Вот там вот он, получается, пропустил это про игры. Он там пропустил первоначальный город. И многое-многое просрал. Поэтому я, наверное, такой же игрок. Давайте. Не дайте анклаву вернуть бронированных солдат. With,
Let me down! The whole suit's locked up! Test subjects acquired. Proceeding to waypoint. Test subject acquired. Proceeding to waypoint. No. Test subject acquired. Proceeding to waypoint. Test subject acquired. Proceeding to waypoint. Вы охренели, а почему по времени это вы так? Objective. Cover my retreat. Tech salvage retrieved. Moving out. I have the objective. Cover my retreat. Подожди. Началось там вроде все так хорошо. Так. Почему провал миссии? Блин. Сложновато в этом плане, да. Test subject acquired. Proceeding to waypoint. Test subject acquired. Proceeding to waypoint. I have the objective. Cover my retreat. Subject acquired. Proceeding to waypoint. Так. Test subject acquired. Proceeding to waypoint. Test subject acquired. Proceeding to waypoint. Блин, давай. I have the objective. Cover my retreat. Tech salvage retrieved. Moving out. Это делается как-то легко. Да сейчас размечтались.
Съед... Твою мать! Subject acquired. Proceeding to waypoint. I have the objective. Cover my retreat. Стоять! Падлы! Так, подождите. Test subject acquired. Proceeding to waypoint. Yes. Salvage retrieved. Moving out. Nah. I have the objective. Cover my retreat. Nah. Минута, минута! Test subject acquired. Proceeding to waypoint. Провал миссии, почему? Твою мать. I have the objective. Cover my retreat. Tech salvage retrieved. Moving out. I have the objective. Cover my retreat. Давай. И еще разок. Я вот не знаю. Пока они там, блин. Test subject acquired. Proceeding to waypoint. Надо, чтоб ни одного, что ли, не ухреначили.
уже есть. Я вот не люблю вот оно время, вот вообще пипец. Провал миссии, почему провал-то, блядь? Objective. Cover my retreat. Tech salvage retrieved. Moving out. Test subject required. Proceeding to waypoint. Proceeding to waypoint. На. Да я их всех снесу. Test subject acquired. Proceeding to waypoint. Давай, давай, давай. Тридцать секунд. Tech salvage retrieved. Moving out. Двенадцать секунд. Завершена миссия. Бронекостюмы сохранены. Ой, кстати, где-то вроде в Халке я такое видел, бронекостюм какой-то, я не знаю, в фильме каком-то. Как Джиггернаут. Похоже, Железный Человек против Халка какой-то там. Костюм, по крайней мере, похож. Так. Надо посмотреть, далеко ли я от парка сначала. Подождите. Блин, пойми, где появился. Ну вот это здание мне знакомо. Я там уже бывал.
Ну-ка, давайте-ка. У Халка врожденные навыки. Выживание-то мы знаем. Сейчас. Фактор лечения, усиленный прыжок, щит, усиленный сприт, машина, перчатки. Можно так. Безумный прыжок. Взберись на крышу трех высот. Так, а я только на две забрался. Ну, где-то третье должно быть здание. Сдержан внутри, пассивный навык. Гнев Халка падает быстрее. Победа. Так, 4 солдата армии за 2 секунды. Победа 4 особого полка армии за 4 секунды. Победа 4 барбария анклава за 4 секунды. Ну, это хлопком можно победить. Набери. Ох ты, господи, там еще. Взрывной гнев, пассивный навык. Найди 5 сувенирных значков. Победи 50 врагов с помощью гнева. Используй метро 5 раз. Блокируй 25 атак врага. Пройди проблема. Это Халк, часть 3. Не поврежденным ударом молнии. Вот так вот. Невероятный удар грома. Так, разбей как можно больше за поездку в Бразилии. Ну, это какая-то видео мини-игра. Нет, ну что я могу сказать? Я могу сказать только одно. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарий. Скажите, что вы думаете об этой игре? Потому что я говорю, эта игра вышла уже после того, как вышла вообще игра Half-Life, потому что их мало. Вот. Ну, я не знаю, для меня вот эта игра была приемлемой. Там какая-то другая игра есть, которая выходила ранее. Ее вроде как нахваливают. Я нахваливать ее не могу, так как я не играл в нее. Поэтому жду от вас отзывов именно об этой игре. Давай, и на. О, кольцо. Что ж, на этом все. Пока.